Какие социально значимые проекты получат гранты из бюджета региона? Сегодня на заседании комиссии подвели итоги по конкурсному отбору лучших работ инициативной молодежи. 70 молодых активистов области представили проекты в 6 номинациях. Темы актуальные. Это добровольчество, здоровье, патриотизм, творчество, медиа, лидерство и государственное управление. Очень хорошо, что наша молодежь набралась смелости участвовать именно в областном конкурсе. Желание было достаточным. Да, есть проекты, которые имеют технические недостатки, которые мы должны с вами рассмотреть и принять по ним соответствующее решение. Оценивали работы по 8 критериям, после чего выводили средний балл. Одержали победу 16 проектов, которые направлены на работу с детьми-инвалидами, содействие волонтерской деятельности, воспитание патриотизма и пропаганду здорового образа жизни. Полученные денежные гранты – это от 50 до 100 тысяч рублей – участники направят на реализацию собственных идей.